Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы вновь с вами поговорим о выдержке. То есть сегодня будет вторая часть. В первой части мы научили собаку в положении лежа и отходить от нее на метр, на полтора, на два, где-то там выдержка 1-2 секунды, ну максимально 10 секунд, да? Сегодня мы с вами будем уже пытаться заходить за спину животного. То есть, если вы сможете это сделать, то считайте, что у вас все идет в порядке, все хорошо. Что я хочу сказать о выдержке, почему именно выдержке нужно уделить особое внимание. То есть, один из фундаментальных моментов таких при дрессировке животного является... Первое, это у нас мотивация. Мы очень тщательно, сильно работаем над мотивацией животного. И второе, это выдержка. То есть, если не будет выдержки, и животное будет самостоятельно принимать решение двигаться в какую-то сторону, в любую абсолютно, оно будет у вас неуправляемое. Поэтому выдержка является как бы как таковым фундаментом, на который накладывается все остальное. То есть все трюки, которые вы будете дистанционно решать с собакой, все команды, которые дистанционно будут происходить командой, но первоначально для этого нужно знать выдержку. Итак, сегодня Никита будет показывать у нас подопечным своим Ральфом очередное занятие. И на этом занятии я прошу обратить внимание, то, что изначально вот мы с вами научились отходить на метр, на полтора, на два от собаки, да, там какую-то выдержку проявлять. Сейчас мы с вами начнем ходить из стороны в сторону, то есть влево чуть-чуть уходить, вправо чуть-чуть уходить, да, вставать над собакой, да. И вот если вы будете начнете заходить уже за спину животному, то считайте, что вы достигли хороших результатов, и вам вполне вот на неделю задание будет достаточно. То есть если вы научитесь обходить животное и зависать, вставать над ним. Вот сейчас вокруг него, вокруг просто него пройди. Вот он, когда будешь проходить спиной, он будет поворачиваться. Сейчас встань над ним. Прям вот, вот, да, ну, для начала так. Все, поиграй. Сейчас над ним, прям между ног, чтобы он у него, у тебя был. Все, молодец, играй. Ах ты, еще нервничает он у тебя. Один из дунок, чтобы он у тебя был. Пусть будет готов к любой ситуации. Хорошо, молодец. Молодец, браво. Поиграй. Поиграйте, поиграйте. Место. Отойди. Старайся, сейчас уже можешь пытаться заходить за спину. Это самое раздражающее для собаки, когда ты за спину заходишь. Не крадись, иди нормально. Будь готов вернуться в любую секунду. Возвращайся. Ах, он не понимает, что происходит. Эмоции с него перепирают, что это хозяин ходит кругами, он этого действия не понимает. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится.